Всем большой привет! Сегодня начинаю новый влог вот так вот из ванной. Я уже один раз хотела такое вам видео снять, показать, как я ухаживаю за своим лицом. Но сегодня... И я его, это видео просто удалила. Я пару дней вам назад это говорила, рассказывала. Давайте начнем. Кстати, не забывайте, до 15 сентября у меня конкурс с моими работами. Ну что, поехали. Чем вначале, чтобы сделать какую-то маску, либо скраб, что-то, мне нужно очистить кожу лица. Так как и я для этого использую вот такой вот от компании Oriflame Nova Age. Это снимающий макияж. У нас средство для снятия макияжа глаз. С глаз, но я его использую на все лицо. Вот. Совсем по чуть-чуть вот такой капельки хватает, чтобы снять весь макияж. Ну, и у меня нет макияжа, просто снять грязное. Там лицо очищено, я просто нанесла и смыла водой. Следующее, что я хочу сделать, это сегодня протестировать буду. Вот такую вот маску. Я ее вам недавно совсем показывала. Я ее покупала в магазине Rimi. Это какая-то немецкая. Написано маска для лица с золотом на два раза. Прекрасно увлажнит и очистит кожу, усилит микроциркуляцию, придаст коже блеск. Давайте попробуем. Здесь она на два раза. Очень удобно разрывается. Давайте намажем. Она вот такая вот, реально с золотом, такими какими-то каплями. Запах очень прикольный. У меня нету этой лопатки, но я ее заказала на сайте AliExpress. У меня моя сломалась. И я заказала новую на сайте AliExpress, но она еще не пришла. Я так понимаю, что эту всю маску надо на лицо на один раз. Ну, вот попробуем таким же и слоем большим намазать. Обычно я делю маски на 2-3 раза, но здесь хочу попробовать ее на максималку. Вот она все выдавливается, и я намазываю вот так вот. Обязательно вот эти вот места, поры, все не трогая глаза. Вот. Я ее смыла, теперь мою руки. И оставляю эту маску, буду ходить с ней на 10-15 минут. Давайте вернусь к вам и посмотрим, что у нас получилось. Ну что, 10 минут прошло. Честно говоря, у меня есть такое желание быстрее все смыть, потому что немножко начинает чесаться, но это бывает такое от маски. Не знаю, хорошо это или плохо, но просто у меня очень кожа чувствительная, поэтому вот так. Давайте я буду смывать маску и потом вернусь с вами, посмотрим на результат. Ну, я ко смыла. Кожа действительно как у младенца. Она мягкая. Здесь было написано, давайте почитаем состав. Должно быть прекрасно увлажнить кожу, очистить кожу. Про очистку, да, очистилась. Вот тут краснота появилась немножко, потому что очистилась. Увлажнила, действительно увлажненная, усилит микроциркуляцию, я не знаю. Придает чувство коже блеск и освежает. Да, блеск здоровый поэтому. И освежила, мне стало намного легче. Так что вот такой вот обзор. Теперь я хочу намазать кожу кремом. Сегодня у меня будет... Я из пробников, потому что, ну, так уж получилось, что много пробников нашлось, и решила все попробовать. Вот такой вот Ultimate Lift крем дневной. Тоже буду на один раз. Тоже от компании Oriflame.
такой вот, как йогуртовый крем розового цвета, как такой какой-то, не знаю, йогуртик. Очень приятный аромат, такой немножко полуаптечный. Ну, это Орифлейм, ну, как бы бывает. И хочу намазать. Мне нравится пользоваться пробниками. И я знаю, что это, наверное, 30 плюс, но мне уже 26, извините, но близко к 30. Поэтому, да, этот пробник крема на один раз. Так что, конечно, за один раз ты крем не поймешь. И это, но... Все, теперь можно макияж и идти куда-то. Так что вот такой вот обзор у нас маски от Shea Bands был. Люксовая маска. И вот такой вот крем Nova Age Ultimate Lift. Так что вот так вот. Ну что, а на этом все. Всем пока-пока!